Добрый день, меня зовут Тарасова Майя Владиславовна, я врач-стоматолог-ортопед клиники Мегастом. Недавно вышла моя статья, посвященная 3D-компьютерной диагностике височно-нижнечелюстного сустава, а также различным аномалиям головы и шеи. В ней вы можете понять, каким образом боль в глазу, например, либо ощущение инородного тела в горле может быть связано с неправильным положением нижней челюсти. На данном снимке очень хорошо видна аномалия Киммерли. Это образование дополнительного костного мостика на первом шейном позвонке. Здесь хорошо очень видна ложбинка, в которой проходит позвоночная артерия. И этот мостик защищает ее от сдавливания, от придавливания к черепу. В данном случае пациентка страдает бруксизмом, ночным сжатием челюстей непроизвольным, что она сама и отмечает. У этой молодой пациентки нарушен мышечный баланс, вследствие чего связка, которая идет вот здесь видно, от сосцевидного отростка, здесь должна была быть просто связочка, она шла к подъязычной кости, она превратилась в кость, то есть произошел процесс осификации, именно вызванный тем, что челюсть была задвинута в несвойственное ей положение, то есть ей было неудобно, и мышцы просто адаптировались под это положение. У этого пациента также разрастание и осификация шиноподъязычной связки. Вот здесь вот очень хорошо виден, насколько она удлинена. То есть она должна быть примерно вот такого размера и достаточно тоненький, это шиловидный отросток. Но поскольку к ней прикрепляется связка, за счет нестабильного положения нижней челюсти, эта мышца опять же тут, и связка находится в постоянном напряжении, она идет туда, и она со временем, во-первых, вытягивает этот шиловидный отросток за собой, тянет его за собой, и образуется такая вот кость, то есть фактически шип. Иногда такие пациенты чувствуют, ощущают инородное тело в горле, то есть если он настолько уже близко подходит к глотке, особенно при поворотах головы, он очень ощутим, такой шип. Также может быть васкулярная симптоматика, как описано в статье, потому что здесь проходит внутренняя и наружная ветвь сонной артерии. То есть эта связка проходит между ней.